Казань определили пляжи и места летнего отдыха горожан у воды на 2016 год. Оборудовано 7 площадок для отдыха у воды. Пляж «Локомотив» в Вахитовском районе, пляж «Нижнее Заречье», озеро «Глубокое» в Кировском районе, пляж «Комсомольский» в Советском и организованное место отдыха озеро «Изумрудное» и озеро «Лебяжье». В парке «Континент» Новосавиновского района появилась новая аллея. Порядка 40 молодых саженцев высадили в парке «Континент» по улице Ямашева в минувшую субботу в рамках республиканской акции «Эко-весна-2016». К праздничным выходным заработают поющие фонтаны в парке Горького. Рустам Минниханов показал новый экспериментальный грузовик «КамАЗ-Мастер». Президент Татарстана выложил в своем микроблоге в Инстаграме фотографию экспериментальной модификации грузовика «КамАЗ-Мастер», который сейчас проверяют во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2016». В праздновании Пасхи предположительно примут участие более 60 тысяч татарстанцев. Ночные пасхальные литургии пройдут в 278 церквях и храмах республики. В Елабуге, вышедшая из берегов река Кама, затопила городской пляж. Ожидается, что с городского пляжа вода будет уходить в течение 2 недель. Жилые дома местных жителей от паводка не пострадали. Набережным Челнам подарили 20-метровую копию Знамени Победы. У мемориального комплекса «Родина-Мать» состоялась передача Знамени Победы участникам всероссийского автопробега «Звезда нашей Великой Победы». 30 апреля в КФУ состоится студенческий марш Победы, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2016». Прямую трансляцию с мероприятия смотрите на телеканале «Универсмотри».